Прямо сейчас, ребята, мы накажем ТикТака и засунем его грибочек ему в рот. Что? Ты что, прикалываешься? Два раунда, я год проиграю, алло? Ты нормальный? Ой-ой-ой. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И сегодня я не один. Со мной сладенький грибоед по имени... ТикТак, не грибоед, не грибопень. Всем огромный привет, пацаны. Грибоед, это Кента, пока. Ну что же, мои уважаемые подписчики, прямо сейчас у нас будет дуэлечка на Керапин Голд. Но дуэль будет очень непростая, потому что я покупаю оружку для ТикТака, а ТикТак покупает оружку для меня. Ну что, ТикТак и пусты, я дум. Ты сказал дуэль на Керапин Голд или пошутил, алло? У кого 4 Керапин Голд? Рассказывай, дорогулечка ты мой. У кого 4 Керапин Голд? Ты меня обократь решил, алло? Слышь, обократь, ты себя обокрал. Ты ни рубля не сдатил стендов, но у тебя 4 Керапин Голд. Теперь вопрос, откуда у ТикТака 4 Керапин Голд? Так, ну что, поехали, все, Сань, ты готов? Да, готов, давай. Что ты мне сбросишь в первом раунде? Давай так, нормально оружку или как обычно? Я тебе скину не просто ган, я тебе скину мини-ган. Я тебе даже дам на выбор. Я Ой-ой-ой. Ты реально на выбор даешь? Да, 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 на выбор. Надеюсь, мы с тобой не одинаково мыслим. Все, ТикТак, я тебе дал на выбор оружку. Ой, тебе там повезло, так как? Да, я сейчас уверен, что я прихожу, там оружия даже нету. Я не такой. О, вот это выбор, я понимаю. Ну, слушай, ну я хочу кирвол получить. Без обид, кирвол будет моим. Подожди, чувак, то есть мне получается либо одну флешку, либо флешку, либо гранату надо кидать, или что? Ну на выбор, на выбор. Ты чё ж заплетил, грибанюх? Ну все, дорогой ты мой. Я вижу, ты где? Не хочешь кирвол-то давать, да? А ты где? Я где? В команде! О, опа. Ты на приколе? Чувак, ты на приколе? Чувак, у меня на хп было, у меня на хп было. Ах, ешка отнимает 99, я сам в шоке. Ну что, братик, ты готов к победе? Давай. Сейчас оставляйте самое топое оружие, которое ты можешь вообще себе представить. Так, о, самое топое? Ой-ой-ой. А вот я сейчас без рофлов, вот реально я тебе скину, вот прям. Да, без рофлов. Ты на прошлом раунде скинул без рофлов. Это вот это не сбросил, это первый, да? Это у тебя вот такое отношение к мне, ты видел, что я тебя сбросил? Через 3 секунды ты умираешь, через 3, 2... Один, ну. А, я понял, где ты, я понял, где ты, я понял, где ты. Чувак, ты спалился очень жестко. Давай. Слышишь? Я сказал, через 3 секунды ты умираешь. Да, тебе смешно? Я тебя сейчас за это накажу. Ребята, просто хэштег плюс керамбитик гол. Мы затроллим ТикТака и банкротим его. Хэштег 2 сантиметра. Хэштег у ТикТака грибочек сантиметр. Ты мне сбросил мой ЖВ. Какой ты любезный ТикТак, спасибо. Ты в курсе, что ты проиграл уже в этом раунде? Ну типа по-любому. Если я тебя мочу, ты грибопенч. Если ты мочишь меня, я грибопепа. Поехали. Давай, хорошо. Грибопепа или грибопенч, кто же будет сильнее? Блин, ты опять в ребрах сидишь, крысишь. Нападаль! Не, ну здесь со следующего раунда. Я вот прыгнул, ты нечестно, блядь. Ребята, как вы думаете, с каким счетом мы выиграем ТикТака? Прямо сейчас напишите ваше предположение в комментариях. Ой, блин, я забыл, стоп. Стоп! Подожди, я ничего не сбросил, я забыл. Стой, стой. Давай. Ну, вот, короче, хватит. Давай, хорошо, дорогой ты мой. Давай, давай, давай. Слышь, а что ты меня сбросил? Стоп, я не успел добежать! Чувак, ты ненормальный! Блин, чувак, ну фу. Отвали! Отвали! Меня лагает! Блин! Прямо сейчас, ребята, мы накажем ТикТака и засунем его грибочек ему в рот. Чувак, я тебе скинул оружие, которое с одной тычки тебе 99 хп. Без рофла. Капец, ты задолбал, дай мне нормальное оружие, алло. Слышишь, я тебе уже дал нормально, два раунда. С одной тычки 99 хп, говорит, снимает, сумасшедший. Отнял 99 хп же во втором раунде. Раунд не считается. Ты в ребрах крысишь, я знаю. Я жду тебя. Я сейчас тебе подкрадаюсь и сейчас тебя замочу. Ты в ребрах крысишь по-любому. И не говоришь, что это не так. Так. Не надо, пожи. Ах ты, ТикТак, падаль-то такая. Или тут. Слышишь, Сань, мы же без кидала, а даем киргол, кто проиграет. Понятное дело, чувак, 3-2 нахрен. Ой, чувак, жи, а я что-то подумал? Ты мне так часто гранатки оставлял, давай я тебе тоже одну гранаточку. Да, нет, а на выбор, точно, я забыл, ты же любишь. Давай на выбор. Ты любишь, ты что, мне реально хаешку выбросишь? Чувак, ты нормальный? Ты любишь выборы, забываю, на. Ты мне реально хаешку сбросил? Да, братуха, тебе не просто... Хаешку? Нет, там не хаешку. Хаешку, да? Там выбор. Там выбор у тебя будет, дорогой. Все, братик. Я думал тебе дать одно оружие, но потом так подумал, дам другое. Фу, ты крыса, так нечестно. То на что учился. Так нечестно, алло. А то, что ты мне выбросил. Ничего, я буду с хаешкой играть, поверьте мне, ты за это же только поплатишь. Окей, хорошо. Ну блин, ну че так быстро плентишь, не успеваешь даже добежать. Когда ты бежишь, когда ты бежишь, пупсик. Сюда, пупсик. Остановись-то, бэби!
Ля, у тебя нож длиннее, сюда подошел? Да чего, как стань? Ля, я забыл дефюзер купить. Стой. Да! Киберспорт не пропьешь, но попытки были. Не, я еще рванул. Чувак, я еще рванул. Ля, ты так смешно улетел. Чувак, что мы с тобой говорили? За твою наглость, за твою наглость. Я тебе скину оружечку. Поверь мне, это реально оружечка, это не как обычная хрешечка или кидал какой-то. Но ты очень жестоко за это поплатишься. Ты понимаешь, то, что ты сделал, это нельзя описать словами. Что я сделал? Мягко говоря. Я тебя просто в попильник джага-джага сделал. Да ты шо? Санечка, снимай! Спасибо, бряник! Ты заметишь, что ты мне скинешь либо пистолет, либо ничего? Не, либо хаешки. На! Есть закатка. Наказал бота, ребята. Хэштег минус ботик. Я тебе дам оружку на выбор. Поверь ты мне, вот сейчас ты должен быть очень рад. Так, ну что там остался? Это твой выбор? Падаль ты волосата. Прямо сейчас, ребята. Киноскопом заберу. Киноскопом, чувак. Я сейчас тебя замочу в нулину. А давай пропушь меня. Или ты не можешь жить, или ты рыбакет. А? Сюда, домой! Блин. Чувак! Путевой урон не регается. Хана ты лаки. Ребят, хэштег лаки чел. Наконец-то мы поменяемся сторонами. Вот тут-то так будет полный разнос. Так уж и быть, я сегодня в очень хорошем настроении. Чувак, ты не поверишь, я тебе такое сейчас. Ой, ля! Я тебе такое понаставлял! Ой, блин! Я в прошлый раз это говорил, когда у меня осталось вообще оружие. Сейчас мы, ребят, проверим, насколько же тик-так, друг. О, ништяк, ништяк. Ты ж помнишь, мы играем на киргол. Ты там особо не расслабляй булочки. Да. Чувак, я ради тебя выберу пистолет. Дам фору тебе. Можешь плентить, разрешаю. Я плентичу, за плентичу. Домой, бот! Хорошо так. Ого, ты маслину поставил в прыжке. А сколько у тебя осталось? 40 хп. Чувак, чувак, отвали. Это называется брейн. Блин, я опять забыл купить дефюза. Я опять забыл. Пожалуйста. Нормально, не рванет. Кстати, да, ты тоже дефюза не покупай. Слышишь? А ты бронь покупал? Да, конечно. Ты бронь покупал? Я без брони играл. Ах ты грибанюх. Грибожуй, грибобот и грибопепа. Грибобас, успокойся, поехали. Ой, чувак, я тебе еще такое сброшу. Вот просто за все хорошее. Вот реально, вот чисто за все хорошее. Че ты смеешься? Ой, чувак, за все хорошее я тебя сбросил. Ко мне близко не подходить, я просто махаю ножом. Чувак, что ты махаешь? Махал, не в рот попал! Что же ты поборешь про меня? О, ты не бомба? Подожди, так ты же тебе ж плендить надо, ничего страшного. Ну, ты же будешь меня пушить? Нет. В смысле нет? Ну багалим, Матвей, ты будешь меня пушить, братик. А зачем ты бомбу скинул, я реально надаю плензить? Ну я же надеюсь, ты будешь меня пушить? Не буду. В смысле не будешь? Слышишь, ты где там только нигде не прятаться, слышишь? Это не по-мужски. Не, чувак, я походу на респе. Походу ты стоишь на респе. Давай. А ну-ка. А-а-а, меня залагало! Из-за каточка, ребята. Чуть-чуть не хватило. Опыт не пропьешь, на попытке были. Давай на ножах, мужики, прямо сейчас. На раз слышим. Сюда. Сюда. Это тебе за всех подписчиков, которых назвал своими снайперами. Кто умрет, тот грибоед. Это тебе за мышку, которую ты говорил конченую. Это тебе за то, что ты назвал меня Пепа. Сюда, грибанюх. Как ты меня зарезал со расстояния? Ой, чувак. Ой, чувак, я тебе такое сбросил. Мама не горюй. Что, опять гранаточку, да? Не-не, вот без ровом, чувак, ты должен, не знаю, мне в ноги падать и целовать ноги, потому что я тебе такое сбросил, такую имбу. Я сейчас ногу резану, мне посрать, иди. Так, слышишь, давай не буянь, молодой. Давай, иди забирай. Так, а что ты мне выбросил? Очень будет здорово плюс-минус на равных. В смысле плюс-минус на равных? У меня брони нет. У тебя есть броня? Да нет, я не покупаю, ни разу не покупал. Ой-ой-ой. Да! Через дверь меня с одного патрона убил! 300 IQ мув. Ну не с одного, с двух. Так, ну что, братик? Я тебе сейчас даю такой выбор, ты обалдеешь. Я буду гладить бомбом. Не, вот сейчас без дрогал, чувак. Если ты этот раунд проигрываешь, хэштег позорну Бугалеву. Вот прямо сейчас, ребята. Я вам покажу, кто такой Кент АПК. Хоть у меня немножко подлагивает, потому что тик так меня дудосит. Ну, сейчас мы замочим его. Где ты? Блин, а ты залагала! Да конечно, тебе я не отвечаю, фу, блин! Ой, чувак, без рофлов, но я сейчас такой щедрый, это просто трындец. Это просто, я не знаю, пацаны.
Вот просто напишите, насколько я щедрый человек, в комментариях. Ну все, я собрался, чувак, я собрался. Все, типа. Ну давай, давай. 6-7, здесь уже шутить нельзя. А что ты, Кирхолди хочешь отдать? Ну чувак, ты говоришь, не, типа, если я рофлю сначала, то сейчас я уже собрался. Типа 6-7, ну типа я же не. Блин, ты зря дал авик мне. Зря ты дал мне авик. Ты что-то слышал про тактику пикселей, скажи мне. Тактика пикселей, слышал, что про тактика пикселей? Сейчас ты узнаешь, какая тактика пиксель от головы маслят. Что? Ты еще прикалываешься? Какой как? Тактика пиксель! Как? Ты нормальный? Че, ты больше? Два раунда я Кирхолд проиграю, алло! Ты нормальный? Короче, смотри, я тебе сделал такой выбор, как в секонд-хенде, понял? Выбирай, что хочешь. Если подойдешь, замочу. Не подходи. Давай, давай, иди забирай. Тьфу, чувак! Минус раунд! Слышишь, ты нормальный? Это минус раунд. Это минус раунд. Ладно, все, давай, без минус раунда, окей, играем. Я тебя прощаю. Ладно, минус раунд. Все, я тебя прощаю, давай, все, иди, чувак. Все, я тебя выбросил, иди подбирай. Я так понимаю, ты мне выбросил что-то такое, что такое, чтобы быть минус раунд, да? Не-не, да-да-да, я тебя выбросил. Давай. 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 Ты меня сейчас убьешь? Не, ты где? Ты где? Я уже на базе. Что мне осталось за ерунду? Это тебе за гриба пепу! Лячок, ты нормально один раунд остался, реально, это не смешно. Все, дядя, минус Кирголдик. Я тебя в кредиты загоню. Ой-ой-ой, чувак, я тебе такой скин оставил. Ну ты прикалываешься, реально, серьезно, успокойся. Зачем ты так? О, привет. Слышишь, ты вообще нормальный? Это что за шляпа? Давай, плейте. Все, следующий раунд ты будешь без алды вообще играть. Откуда тут два USP? Не знаю, я не заставлял. Поехали, киберспорт, не пробежим, пытки были. На! Попал! Хорошо. Я первую секунду все очень попадал. Ничего, и как называется? Два раунда. Как называется? Ой-ой-ой, я тебе сейчас такое оставлю, ты даже не представляешь. Ой-ой-ой-ой-ой! Выбирай, короче, я тебе стал два скина на выбор. Два скина, ну да, я понял. Один пистолет, второй М40, 100%. Ууу. Ну шутик ты. Кирголд, готов отдавать или нет? Нет. Я охраняю бимбу. А, блин, я забыл, чувак, что мне надо бомбу заплантить. Тактика. Бесшумный масленок. Ты при мне название грибов вообще не называй, алло. Тихонько, не на... На! 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 Ты же гонишь? 6 хп? А что так мало? Ты серьезно с этого расстояния хотел меня стромаша убить? Я тебя породил. Я тебя и прибью. Прямо сейчас в этом раунде решится, кто из нас будет богач, а кто нищий. Я тебе просто говорю, тебе хана, чувак. Ну, тебе просто хана. Ну, я просто предупредил. О, чувак! Я походу не настолько благородный, как ты. Ты гонишь! Я думал, ты мне нормальный хан, да, чтобы с тобой на равных побахались. Чё, на каких равных? Всё, слышишь? Ты ещё бамбу заплентишь, шляпа! Тактика пиксель. Да! Плюс Кирголд, плюс Кирголд, плюс Кирголд! Ты гонишь, ты мне пистолет отдал! Кирголд, на базу? А хуй ты мне из четырех подаришь? У тебя же всего 4 штуки. Что, ты мне пистолет отдал, алё? Это вообще ненормально. Что это ненормально? У нас был договор. Нет, все, окей, хорошо. Хорошо, ладно, окей, я тебе дам. Пошел, выбирай. Я сейчас захожу на рынок. Окей, да. Ставь запрос. Да. Все, у меня 4 Кирхолда. Я их даже выставлю, чтобы ты посмотрел. Давай, давай, давай. А, ты еще решил похвастаться. Может, давай. Ты мне 2 Кирхолда сольешь? 2 Кирхолда сольешь! Ты сейчас не наглезешь, сейчас ни одного не солю. По 200к посмотри, сейчас я выставляю. Так, вижу, вижу, вижу. Так, о, вижу, молодец. Вижу. О, вот ты богач! У тебя 3 Кирхолда уже стоят! 4. Мама дорогая! По 200к, по 200к 4, видишь? Мама дорогая! Давай, я один отменил, сливаю. Ну что, дорогуля, ты моя, ты готов сливать за 0.3, а? Ладно, давай, чувак, продать нажимаю. Ну, типа, посрать, окей, ага. Окей, ну, типа, окей. Давай, давай, просто, давай! Рано или поздно его, я, ну, выиграю обратно. Окей, давай, давай, так, все, готов, да? Давай. Окей. Так, сейчас, подожди, готов! Давай, считай до 3. Так не надо. Ну реально, не надо, серьезно. Считай до 3. Я уже запросик поставил. Ну реально, не надо, ты чё, мне серьезно, Лёва. Давай запросик считай. Чувак, да пожалуйста, ну реально. Ладно, ну. Ладно, все. Раз. Два. Стой! Три. Подожди. У меня только один вопрос. Ты грибопенч? Нет. А если я тебе скажу то, что я тебе прощу, Кирголд, если ты скажешь, что ты грибопенч? Грибопенч? Не, подожди, нормально. Я сказал! Скажи, я грибопенч и грибопепа. Ну, надо признаться. Грибопенч,
Нет, не все, нормально. Я не буду прощать, я не буду прощать. Либо печь, либо пиво. Нормально, спокойно скажи на мужика. На мужика. Ты задолбаешь, 3 раза сказал это говно. Давай. Я... Рыбопенщик и рыбопепа. Ай, красавчик! Вот это же мои уважаемые подписулечки! Прямо в эту секунду все прожали по лайку, обязательно подписались на мой канал и написали любой хороший комментарий. Если вы на халяву хотите получить вот этот замечательный M9BNNPBLUD, перешли и подписались еще на мой телеграмчик, ссылочки в описании, потому что все, кто подпишется, могут его получить на халяву. Ну что же, с вами был ваш Кентуха и... Топ-тик-так и Кента пока рыбопенч. Все, ребят, всем удачи, всем пока!